бывает, вдохновляюсь какими-то фотографиями, бывает, я сижу в Инстаграме, увижу какую-нибудь красивую девушку, нашу крымско-татарскую, там, со свадьбы или еще каких-нибудь, и вот мне очень нравится образ, и я оттуда что-то там могу взять. Вот так. Но я никогда не знаю, какая получится в конечном итоге девочка. И тем интересно. Это наше, свое. Такого нигде нет. Я делала на несколько лет назад на Ураза Байрам открыточку такую пригласительную, вот выставила. И все, и я вот листаю ленту, и это она попадается чуть ли не через две картинки. Моя картинка. Ну приятно очень, что людям нравится, они выставляют. Маслом я люблю писать пейзажи. Крымские пейзажи очень вдохновляют. Эти горы, все моря, я очень люблю, особенно море. Вдохновляет красивый вид. Вот не знаю, даже вот облака, вот в последнее время особенно я замечаю, что облака у нас такие красивые оказываются в Крыму. Когда солнце, закат, рассвет, очень красиво, вот вдохновляет. Мне сразу хочется пойду писать облака. Мне захотелось сделать что-то свое детское такое, обучающее, вот. И я подумала, почему бы не сделать алфавит. Я очень долго собирала материал, разрабатывала буквы. Хорошо, что мне муж помогал, я без него бы, наверное, ничего не сделала. Вот мы сидели с ним вечерами, он давай вот это, нет, давай вот это. Рисовала я все это где-то полтора месяца. Вот, собрала все в один и сразу и в плакат, и в разукрашку.